голосовал за партию Акбарта. Ну, насчет, как будут выборы, это знает один Аллах и один народ знает. Но мы надеемся, мы работали на победу. Я надеюсь, что все-таки Акбарта сегодня выиграет. То, что вчера произошло, мы это 2 недели назад, я повторял, что идет подготовка, идет подкуп. К сожалению, одна из партий полностью всех купили. Там кому мы это все видели, это где когда тыкали, показывали. Поэтому, конечно, приходится сожалеть, что есть такие вещи происходят. Мы бы хотели бы, желательно, чтобы все-таки выборы прошли чисто и честно. Мы сегодня идем на мэрство, и я надеюсь, что если народ изберет, у нас есть программа, которая, программа «Максимум», которую мы должны сделать. Во что бы то ни стало, чтобы народ все-таки поверил властям, чтобы народ поверил мэрии. Ну, смотрите, в вашей программе, то есть она очень, так, как сказать, амбициозная, очень, да, на самом деле. Хватит ли городского бюджета, чтобы ее реализовать? Мы рассчитывали, мы знаем, где есть у нас резервы. Я знаю, где, как это надо делать и какие сроки.